Привет, друзья! С вами снова Алексей Поздняков. Мы вам покажем, как монтировать GPS-трекер с возможностью дистанционного глушения транспорта. Задача стоит от лизинговой компании установить на трактор GPS-трекер и с реле блокировки двигателя. Увидите, как это делается, увидите, насколько это несложно, и увидите, какой результат. Досмотрите видео до конца. Сегодня устанавливаем GPS-трекер с реле-блокировкой двигателя на трактор МТЗ-1221.2. Добрались мы до электроники данного трактора. Что нам надо сделать? Нам надо подключить в первую очередь питание, плюс-минус. Желтый провод у нас зажигание. И в данном случае белый провод управляющий, который будет отключать реле. Вот такое реле. То есть оно будет разрывать питание, напряжение полностью всего трактора основное при включении зажигания. То есть у нас включается вот главная релюшечка. То есть вот это реле мы и будем блокировать. Как работает реле блокировки? После установки реле с телефона владельца автомобиля отправляется смс с активацией реле. После сообщения трекер определяет состояние движения транспорта. И если позволяют условия, реле активируется. Это скорость не выше 5 км в час. То есть если в движении автомобиль находится там, например, при скорости с 50 км в час, реле не заблокируется. При уменьшение скорости там на светофоре, где-то пешеходный переход, то есть реле включится и двигатель заглохнет. Чтобы деактивировать реле, нужно отправить еще одно сообщение, опять же с телефона владельца. Реле отключится и будет работать двигатель как и раньше. СМС можно отправлять только с авторизированного номера, то есть с других номеров команду эту он воспринимать не будет. Так, в общем, сделали мы, подключили реле, подключили трекер. И что мы теперь делаем? Сейчас изолируем и укладываем все на место. Трекер должен находиться антенной вверх. То есть он будет у нас здесь находиться под панелью. И реле здесь будет находиться на панели, где все остальные реле находятся.